Добрый день. В этом видео я расскажу, как собирается вторая версия головоломки «Магической колонны» от компании Sinxo, которую также можно встретить под названием «Куплатипус», «Утконос» или «Странный октаэдр». Вторая версия отличается от первой наличием дополнительного слоя, который вращается. То есть можно повернуть вот так и еще вот так. Ну, на первой версии только один слой поворачивается вот так. Если у вас версия 1, то обучающее видео можно найти по ссылке в описании. Если у вас версия 2, и вы не собирали первый, то ничего страшного. В этом видео я расскажу всю необходимую информацию для сборки. Напомню также, что есть еще более сложные модели утконосов. Это зеркальный и вот такой вот с большим количеством элементов. Вторую версию утконоса можно собирать как минимум двумя способами. Можно, конечно, не перемешивать внешний слой и собирать как версию 1. Но вторая версия вращается чуть хуже, замена не совсем равноценная. Но если это ваш единственный экземпляр, можно сначала перемешивать действительно как первую версию, научиться собирать, а потом уже перемешивать с двумя слоями. Хотя обе головоломки простые и собирается интуитивно. По строению это скорее октаэдр, у которого 4 цилиндра и 4 вот таких вот одноцветных треугольника, которые являются вершинами октаэдра. Но на цилиндрах есть дополнительные элементы, а на треугольниках таких нет. И задача собрать как раз вот эти цилиндры по цветам, ну, чтобы было как здесь. Я покажу два способа сборки. И первый будет заключаться в том, что мы сначала соберем внутренние одноцветные элементы, а потом будем собирать внешние. И получится, что мы приведем версию 2 к состоянию версии 1. Ну и соберем версию 2 как версию 1. При перемешивании головоломка не меняет свою форму. Просто становится разноцветной. Чтобы перемешать, вращаем поочередно цилиндры, эти одноцветные треугольники, пока не станет все разных цветов. На торцах тоже есть цвет, и лучше его размешать. Вот примерно перемешанное состояние. Выберем какой-нибудь один цилиндр, допустим, с белым цветом, и вокруг него соберем вот этот внутренний слой. Тогда красная деталь уже стоит возле красного треугольника. Нужно поставить вот сюда зеленую и вот сюда синюю. Но вот находится быстро зеленая. Подворачиваем сюда, на внешнее внимание не обращаем. Вот находится синяя. Делаем то же самое. Вокруг вот этого белого, эти пока не важно как стоят, но вот эти внутренние уже совпадают по цветам. Далее, после белого, выберем любой другой. Ну, допустим, оранжевый. Вот здесь есть синий. Подведем к синему. Цвета совпали. Здесь уже совпал зеленый. Здесь совпал желтый. Так бывает, потому что элементов много одинаковых. Идем дальше. Здесь есть фиолетовый, есть серый. Здесь можно красный подвернуть. Будет совпадать. Зеленый с синим не совпадает, а желтый совпал. Ну и если здесь два совпало, нужно сюда добавить синий. Мы белый-оранжевый собрали, значит забрать его можно с фиолетового. Нам нужно вот сюда поставить синий. Но чтобы общаться с фиолетовым цилиндром, нужно подойти куда-то поближе. Подведем вот этот ненужный зеленый на тот слой, который дружит с фиолетовым цилиндром. То есть вот серый, вот фиолетовый. И вот сюда нужно такой цвет. Нужен синий. Значит, сюда нужно добавить синий. Синий вот этот. Мы его отведем в сторону. Подведем сюда ненужный зеленый. И поменяем его на синий. Возвращаем движение. И здесь поворачиваем по цветам. Синий-красный, но желтый. Совпало. И здесь смотрим, что получилось. Красный, зелено-желтый, желто-зеленый. Бывает так, что здесь сразу все совпадет,
или какая-то вот подобная ситуация, где нужно еще местами что-то поменять. Получаем. Красный на месте, зеленый-желтый нет. Ну, решается это легко. Мы просто берем и вместо вот этого желтого ставим какой-нибудь зеленый с соседней грани, соседнего цилиндра. К примеру, вот этот. А его заменяем вот на этот зеленый. Вот желтый. Ставим на его место зеленый. Заменяем на этот зеленый. И возвращаем. Вот они, желтый и зеленый, поменялись местами. Подворачиваем. И все совпало. Смотрим, что получилось. Вокруг зеленого треугольника 3 зеленых элемента. Вокруг красного 3 красных. Вокруг желтого 3 желтых. И вокруг синего 3 синих. В итоге мы свели версию 2 к состоянию версии 1. Сейчас будем собирать как версию 1. Это тоже делается интуитивно. Давайте опять начнем с белого цилиндра. Если мы повернем вот так, то сразу все станет на свои места. Но так, конечно, не интересно. Допустим, на этом белом цилиндре нет ни одного белого внешнего элемента. И нужно все 3 сюда поставить. На этом этапе мы вращаем только внешние вот эти круглые элементы. Вот эти уже не вращаем. Если мы не будем их вращать, они не перемешаются. То есть можно как угодно поворачивать вот так. И синий на место синего становится. Сюда нужен какой-то белый. Ищем ближайший белый. Просто любой. Он даже совпал с синим по цвету. Ставим сюда. Стало хорошо. Ищем еще. Вот красный. Его можно, конечно, через зеленую грань поставить сюда. Но можно и поставить ближе к красным элементам. И поставить сразу на свое место. Дальше нужен зеленый. Подводим поближе к зеленому. Но можно было и отсюда. Подворачиваем. И вот у нас уже белый цилиндр готов. Далее собираем любой соседний. Ну, пусть будет фиолетовый. Здесь нужно уже поаккуратней, чтобы белый цилиндр полностью собранный не сломать. Ищем любой фиолетовый. Вот он. Даже по цвету не совпадает, ничего страшного. Поворачиваем. И здесь уже ставим на место. Дальше нужны еще 2 фиолетовых. Тут нет, есть тут. Зеленый. Если встанет сюда, то это будет место желтого. А место зеленого вот здесь. Поэтому я сначала подверну сюда место, а потом ставлю сюда зеленый. И верну обратно. Красный, зеленый. Хорошо. Теперь здесь нужен желто-фиолетовый. Вот он. Пока ничего не ломаем. Подворачиваем и ставим. Вот второй цилиндр готов. Бывает, что могут потребоваться здесь возвратные движения, но их мы сейчас увидим на двух вот этих цилиндрах. Дальше, неважно в каком порядке собирать серый или оранжевый, можно начать с того, где больше правильных элементов. Но здесь по одному, поэтому начнем с любого. Я поставлю вот этот оранжево-синий на свое место, чтобы понять, где должны быть остальные оранжевые элементы. Вот здесь должен быть оранжево-желтый, здесь оранжево-зеленый. Ну, первым делом нужно к этому поставить еще один оранжевый. Вот оранжево-желтый, его надо поставить сюда. Подверну место в удобное положение. Вставлю сюда оранжево-желтый. Отверну в сторону. Потому что мне вот это движение нужно будет вернуть, так как здесь белый сломался. Возвращаю это движение. Белый цел, оранжевых 2 штуки здесь. Возвращаю их на свои места, чтобы проверить расположение. Желтый, синий, все хорошо. Нужно вот сюда зеленый. С этой стороны у нас уже собранные цилиндры, белый и фиолетовый. Поэтому вот это место для зеленого я поверну вот сюда.
чтобы с этого цилиндра можно было что-то сюда ставить. Но ставить сюда нужно оранжевый. Оранжевый вот здесь. Если оранжевый будет стоять здесь, может возникнуть желание поставить его прямо вот так. Но тогда мы сломаем здесь белый. Оранжевый, конечно, можно будет повернуть, но при возвратном движении он все равно сломается. Поэтому, если нужный элемент стоит на линии движения, его лучше отвести в сторону, в любую. Дальше, когда здесь два правильных и нужен еще один, мы место для третьего перекидываем на соседний цилиндр и вставляем туда нужный элемент. Возвращаем движение и проверяем, что здесь все собралось. Желто-зеленый, синий, все хорошо. Ну и здесь должно все автоматически собраться. Потому что на внешних слоях не может быть такого, что три цилиндра собраны, а один нет. Бывает такое, что нужно довернуть, но это делается несложно. И вот теперь вторая версия утконоса собрана. Покажу еще случай, когда нет ни одного нужного элемента. Мы поступаем похожим образом. Сначала закидываем сюда любой оранжевый. Ну, их тут три на выбор. Просто подставляем. Отводим в сторону. Делаем возвратное движение. Дальше можно не определять цвета, а просто закинуть любой другой. Причем закидываем. Меняем на серый. Возвращаем. А дальше уже посмотреть, где стоят правильно два элемента. На этом цилиндре или на том. Посмотрим здесь. Оранжево-зеленый, оранжево-синий. Цвета совпали. Если бы не совпали, мы бы просто цилиндры поменяли бы местами и совпали бы цвета здесь. Но здесь мы видим, вот желтый-синий наоборот не совпадают. Ну а здесь... Значит, как и прежде, вот это место отправляем сюда, меняем серый на оранжевый и возвращаем. Так, оранжевый здесь не мешается, можно как слева опускать, так и справа, разницы нет. Пускаем, поворачиваем, возвращаем. Опять здесь все хорошо, ну а здесь надо довернуть. Снова собрано. Ну и бывает случай вот такой. Тут на сером цилиндре три серых элемента, на оранжевом три оранжевых, но боковые цвета не совпадают, как их ни крути. Вот желтый совпал, эти два нет. Видно, что они наоборот. То есть как его не поворачивай, будет стоять только один. Ну то же самое и здесь. Желтый-красный, синий совпал. Повернем. Желтый совпал, синий-красный наоборот. Надо, значит, что-то переставить. Для этого мы просто берем и забираем отсюда какой-нибудь серый. Ну, если оранжевый сверху, то забираем отсюда какой-то оранжевый. Так. И обратное движение. И получаем ситуацию, где не хватает одного. И теперь нам достаточно проверить, где два элемента стоят правильно. Подвернем. Зеленый совпадает, желтый совпадает. Хорошо, этот нет. Если посмотрим здесь, желтый совпадает, синий нет. Но совпадает только один. Ну и получаем ситуацию, которую мы уже знаем. Здесь два правильных. Место отправляем на соседний цилиндр и забираем третий правильный. Сейчас оранжевый стоит на пути, да? Он уходит, надо его отвернуть, иначе не получится его забрать. Ставим сюда место, вставляем туда оранжевый и возвращаем. Тут собрано, тут собрано. Ну это в принципе все возможные ситуации. Покажу еще второй способ сборки. Возможно, кому-то он понравится больше, ну или добавит разнообразие. Вот галунка полностью перемешана. Но я сначала не буду расставлять вот эти внутренние элементы по цветам к своим треугольникам, а соберу попарно вот эти элементы. То есть желтый с желтым, красный с красным. И потом уже соберу как версию 1. Для этого вижу синий и тут синий. Поворачиваем.
И вот одна парочка готова. Ее где-нибудь откладываем. Ну, вот красная тоже готова. Вот два есть. На этом цилиндре я сейчас соберу третий. Поставлю, чтобы они не ломались. Где-нибудь еще. Вот красный есть. И отправлю эту парочку вот сюда. Вот на этом цилиндре у меня уже три готовы. Собираем остальные. Ну, чем дальше, тем проще. Желтый собрался. Эти два нет. Что-нибудь повернем здесь. Вот здесь есть зеленый. Чтобы не ломались вот эти. Их держу здесь. Добавляю сюда еще одну парочку. Так, соберем что-нибудь еще. Вот синий. Нет, у меня уже два цилиндра с готовыми парочками. Остались вот эти два. Ну, тут уже надо поаккуратней. Ну, повернем сначала, вдруг что-то соберется само. Раз, два. Тут нет. Здесь один есть. Если повернуть вот так, то все равно один. Тут две надо собрать, тут одну. Ну, давайте пробовать. Отсюда что-нибудь поменяем на, допустим, вот так вот. И вернем на место. Здесь в итоге собрались три, но здесь собралось не все. Можно довернуть, и все собрались. Удивительно, но так бывает. Покажу еще раз. Вот у нас один цилиндр собран, другой собран, но с парочками. И остается вот здесь нужно один собрать, здесь два комплекта парочек. Как и на финальном этапе сборки первой версии, если мы соберем один цилиндр, то соберется и второй. Вот здесь вот к желтому не хватает желтого верхнего. Здесь такой есть. Заменяю вот эту собранную на несобранную. Ставлю сюда желтое и возвращаю. Ну, эти все автоматически собрались. Теперь снова получаю версию 2 в виде версии 1. Ну и точно так же собираю. Нахожу вот белый цилиндр. Ну, цилиндр, который должен быть белым с торца. Тут белый треугольник пока. К нему белый собираю. Один. Подворачиваю на свое место. Дальше вот синий. Через синий треугольник. Нужен еще зеленый. Вот он. А здесь ближе через красный поставить. Поэтому я подверну свободное место. И сюда поставлю. Так, белый готов. Ну, соберем следующий фиолетовый. Один есть. Нужно еще вот красный. Красный должен стоять здесь. Значит, повернем вот так. Два есть. И нужно еще один. Вот он. Подвернем поближе. Еще ближе. И поставим на свое место. Так, два цилиндра есть. Ага. Пока я собирал фиолетовый, я подумал, что белый у меня здесь, и белый случайно сломал. Надо восстановить. Так. И вот так. Фиолетовый, белый. Ну и осталось два. Видим, что здесь один оранжевый. Ну, поставим рядом с ним второй. Дальше будем смотреть. Синий совпадает, а желтый не совпадает. А на сером цилиндре желтый, красный. Повернем вот так. И совпадают здесь два. Ну тогда вместо вот этого оранжевого нужен другой серый. Отводим сюда. Меняем на серый. Возвращаем. В итоге все собралось. Для закрепления я покажу два примера сборки. Один первым способом, другой вторым. В
первом способе мы собираем сначала внутренние элементы. Давайте начнем вокруг белого цилиндра. Можно, конечно, собирать вокруг вот этих треугольников, но мне показалось удобнее вокруг цилиндров. Так, повернем сначала, что есть. Желтый есть, синий есть, нужен красный. Красный можно взять отсюда. Получаем вокруг белого цилиндра уже три внутренних элемента есть. Только это не белый, это серый. Давайте теперь белый соберем. Тут один есть, второй есть, и вот сюда нужен красный. Красный, ну, можно взять отсюда. Место. Вставляем сюда красный. Возвращаем. Смотрим, что получилось. Синий, красный, зеленый. Ну, вот эти два уже готовы. Вот эти два осталось. Где зеленый есть. Эти не попадают по цветам. Здесь что-нибудь повращаем. Много желтого. Желтый совпал, красный нет. Ну, давайте что-нибудь поменяем. Мне вот сюда нужен желтый. Давайте вот этот желтый заберем. Так, зеленый, желтый есть. Тут желтый есть. Тут синий есть. Вот этот красный нужно поставить вот сюда. Ну, за раз это сделать не получится. Давайте посмотрим, как легче. Я зеленый поставлю сюда, заберу красный и верну. Один цилиндр должен собраться, ну, внутренний элемент. Зелено-желтый и здесь красный. Так, а здесь надо что-то переставлять. Ну, мы видим классическую ситуацию. Желтый-зеленый нужно менять. Ну, решаем, как я и показывал. А вот отсюда желтый поменяем вот на этот желтый. Подворачиваем, меняем, возвращаем. Здесь ничего не сломалось. Здесь же внутренние элементы собрались. Ну а теперь собираем внешний. Начнем с белого. Красный есть. Вращаем только внешние слои теперь. Здесь вот есть зеленый. Поближе к зеленому подведу. И сюда поставлю. Нужен еще один. Вот он, синий. Готов. Дальше. Ну, давайте по традиции фиолетовый. Один есть. Вот тут фиолетово-красный. Ну, фиолетово-красный должен быть здесь. Поэтому я место подверну. И сюда поставлю. Возвращаю на места. Сюда нужен еще фиолетово-желтый. Вот он легко нашелся. Но остаются два цилиндра. Опять знакомая ситуация. Один оранжевый. Добавляем сюда еще один. Аккуратно. Внутренние слои тоже могут поворачиваться. И теперь определяем. Зеленый на месте, желтый нет. Смотрим на серую грань. Тут желтый и синий должны встать на места. Но значит, вот сюда нужен еще один серый, который мы заберем с оранжевой грани. Так, стоят они неудобно. Я подверну вот так. Поднимаю, заменяю на серый, возвращаю. Подворачиваю здесь и подворачиваю здесь. Все, утконос 2 собран. Ну и пример сборки вторым способом. Просто ищем, что первое легко можно совместить. Вот тут красный есть, один. Можно сразу куда-нибудь в сторонку поставить. Можно синий-зеленый.
тоже в сторонку убираем. То есть вот этот цилиндр с тремя уже готовыми парами. Дальше. Здесь много желтого сверху, но ничего снизу. Здесь все в разнобой. Вот здесь можно взять красный. Готов. Куда-нибудь сюда отверну. Что-нибудь еще? Ну, не хочет. Давайте менять. Так. Так. Вот появился желтый. Поставлю его вот сюда, к красному. Так, вот это собранное. И вот тут. Тут еще один желтый. Вообще в любом порядке цвета собираем. Главное, чтобы были парочки. Вот у нас что-то сломал, мне кажется, да? Раз, два, три. Тут готово. Раз. Ага. Поторопился немножко. Вот два. Сюда сейчас третье соберем. А, всегда нужно следить за тем цилиндром, где уже лежит готовое, чтобы его такими манипуляциями не сломать. Вот на этом цилиндре три пары. И на этом три пары. Осталось собрать вот эти две. Соберем, что собирается. Раз, два. И вот здесь вот не хватает одного. Нужен желтый. Неважно, как здесь все стоит. Освобождаем желтый. И собираем вот таким образом. Все остальное должно само собраться. Так. Ну и хорошо. Опять мы пришли к состоянию версии 1. И собираем, как обычно уже. Ну, начнем с белого. Красный есть. Вращаем уже по два слоя. Зеленый. Так, синий надо сюда. Я подверну место. Вставлю вот так. Так, первый цилиндр готов. Дальше. Ну, вот здесь вот много собрано у серого, поэтому давайте его и дособерем. Порядок цветов не важен абсолютно. Можно начинать хоть с оранжевого. Два есть. Ну и вот. Стандартная конструкция. Здесь один фиолетовый. К нему давайте второго. Так. Проверяем. Ну, здесь наоборот. Значит, фиолетовые стоят плохо. Значит, хорошо должны стоять оранжевые. Желтый, синий. Сюда нужен еще один оранжевый. Убираем его с дороги. Подводим место, заменяем, возвращаем. Тут все хорошо. Тут доворот. И снова версия 2 собрана. Оба способа сборки основаны на редукции до версии 1. В одном случае мы собираем сначала внутренние слои, потом внешние. В другом мы собираем парочки и потом собираем их целиком. Собирать можно и так, кому как удобнее. Головка несложная. Все-таки весь процесс интуитивный, и никаких хитрых алгоритмов здесь нет. Тренируйтесь, и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.